Погибла на месте. Сегодня утром на развилке дороги Альметьевск-Набережные Челны-Нижнекамск «Лада Гранта» столкнулась с грузовиком. Автоледи получила травмы, несовместимые с жизнью. О возможных причинах трагедии. Елена Веселова. 7 часов утра. Первый километр трассы Заинск-Набережные Челны. 42-летняя женщина, водитель «Лады Гранты», выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком «Вольво». От удара легковушку отбросила на обочину, где автомобиль врезался в столб. Женщина скончалась на месте от полученных травм. Ее муж погиб 2 года назад в аварии. Теперь она, сын, в Москве живет. Сегодня должен приехать. Сын взрослый. Эту дорожную развилку Набережные Челны и Альметьевск-Нижнекамск погибшая отлично знала. Рядом с автоградом в деревне живут ее родители, которых она часто навещала. Сегодня она ехала от них, спешила на работу. От родителей в Нижнекамск на работу ехала. Ну, так получилось. А она давно, много лет за рулем была? Ну, да, достаточно. Сколько? Более 5. Что стало причиной выезда на встречную полосу, теперь будут устанавливать следователи вместе с автоинспекторами. Знакомые погибшие не исключают, что свою роль сыграли и погодные условия, сильная метель и мокрый снег. Елена Веселова, Наталья Лушникова, Евгений Лызаев, вызов 112.